Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». К нам пришло долгожданное лето. Давайте составим насыщенную культурную программу на первые выходные июня и зададим хорошее настроение на весь сезон. 3 июня в Летнем театре Струковского сада Самарский концертный духовой оркестр откроет летний парковый сезон со своей новой концертной программой «Здравствуй, лето». Для жителей и гостей города прозвучат классические произведения под руководством дирижера Сергея Рыбина. Начало концерта в 17:00. В субботу, 3 июня, музей Эльдара Рязанова приглашает сладкоежек на экскурсию «Самара кондитерская» и прогуляться по местным конфетным фабрикам, кондитерским и магазинам. Участникам расскажут, что больше предпочитали жители дореволюционной Самары – печенье, карамель или монпасье. Где все это можно было приобрести и в чем различие конфет от конфект. Путешествие в дореволюционный мир сладостей начнется в 16:30, место сбора Фрунзе 120. В Самарском художественном музее работает выставка «Город роз. Возрождение». Она открылась 1 июня и приурочена к Международному дню защиты детей. На ней представлены работы учащихся 10 художественных школ города Донецк. Лейтмотивом выставки звучит радостное лето, несмотря ни на что. Произведения ребят пронизаны светом, счастьем, яркими красками и жизнерадостным настроением. Посмотреть работы можно будет до 12 июня. В этнопарке «Дружба народов» пройдет первый областной фестиваль традиционной народной культуры «Гуляние на Троицу». 4 июня жителей и гостей города приглашают в национальные подворья на мини-экскурсии. Посетителей ждет обряд проводов березки, хоровод шествия, будут работать интерактивные площадки, хороводная поляна, детские игры, молодецкие забавы и состязания, традиционная инструментальная музыка и традиционное рукоделие. Также участники фестиваля покажут свое мастерство во время гала-концерта. Старт фестиваля 11:00. Театр «Камерная сцена» приглашает зрителей на свои спектакли. 3 июня – театральная шутка в одном действии «Евгения». 4 июня – спектакль-концерт «А у нас во дворе». 10 июня – лирическая комедия «По дороге к страусам». 11 июня – фантазия на тему повести «Станционный смотритель». 17 июня – спектакль по мотивам романа «Преступление и наказание. Эпилог». 18 июня – постановка по рассказу Андрея Платонова «Возвращение». 24 июня – анекдот в одном действии «20 минут с ангелом». И 25 июня – лирическая комедия «Однажды в ёшкиных кошках». На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго! Увидимся на следующей неделе!